Внимание! Друзья мои, взгляните! Наконец-то! Набор посуды «Виртуоз», который включает в себя 10 предметов. Внимание! А теперь вдумайтесь, 10 предметов. С антипригарным специальным покрытием, которое я обязательно расскажу. И самое интересное, что у полностью целого набора съемные ручки. А теперь, Олечка, слушай, я хотел, конечно же, перейти на плиту и рассказать, что, конечно же, я приготовлю сейчас. Оля, подожди, я завороженно смотрю сейчас на все 10 предметов. Смотрите, вот это все абсолютно разные предметы. Даже казан есть в наличии. Везде снимаются ручки, это тоже очень удобно. Внимание! 10 предметов стоит 3499 рублей. Не отдельно казан за 3000 рублей, а целый комплект из 10 предметов. Это лучшее предложение. Такого вы не найдете ни в одном магазине. Итак, совершенно верно. А теперь разбираемся все по порядку. Давай. 10 предметов. Согласитесь, вы можете приобрести 10 предметов, но согласитесь, не всегда у всех предметов есть качественное антипригарное покрытие. Я вам демонстрирую, что я сейчас жарю курицу по-аджарски. Олечка, я знаю, что ты очень любишь чихагпили. Обожаю. Я тебе хочу рассказать очень интересный рецепт, который заменяет чихагпили, а по вкусу не уступает. Так. Курица режется мелкими кусочками, а отдельно в этом же наборе готовится соус. Ага. Именно в ковше, комплект которого входит в этот набор. 10 предметов. Здесь можно готовить завтрак, здесь можно готовить соус, здесь можно готовить кашу. И у всей нашей посуды, внимание, съемные ручки. Класс. А значит, можно с легкостью, если вы боитесь, что она нагреется, снять и поместить, допустим, убрать, чтобы она не нагревалась, если у вас газовая плита, чтобы не нагревалась. Или отправить в духовой шкаф, как я сейчас покажу тебе сюрприз один. Бывает такое. Но это по порядку все. Когда что-то готовишь, например, сыром сверху посыпаешь, и хочется его немножечко зажарить в духовке. А вот иногда невозможно это сделать, если нет съемных ручек. Каждая посуда снабжена съемными ручками. Это целый виртуозный набор. 10 предметов, везде идут крышки, что тоже примечательно. 1800 Итак, рублей. Вы сегодня экономите 3499 рублей за полноценный набор. Друзья, это невероятно. Это виртуозно. Скажи, пожалуйста, а когда я буду готовить праздничные блюда, я буду готовить так же виртуозно, как у тебя это получается? Это легко. Ты справляешься. Помнишь, Олечка, как с легкостью мы готовили, к примеру, блины? Помнишь, ты подбрасывала? У тебя получилось. Двойной оборот. Между двойной этим. Оборот. Внимание, у вас так же получится. Итак, что включает наш комплект? Включает именно вот такой казан. Если бы вы покупали отдельно казан, он получился у вас в 3 раза дороже. Я лично видел, допустим, в магазине казан по стоимости, внимание, 1999 рублей, это только один казан. О, это ты где-то даже такие цены нашел. Я помню, маме с папой покупала на 30-летие свадьбы казан. 2300 рублей стоит один казан, который я приобрела. Чего ты мне сразу не шепнул на ушко, что будет такой набор, что я могла бы сэкономить? Более того, мы с тобой встретились только буквально за час до эфира. Интересно, сколько мы с тобой работаем? Смотрите, помимо того, что вы получаете казан, внимание, со съемными ручками, значит, вы можете, конечно же, не обжечься, это очень удобно. И кроме этого, также ставить его в духовой шкаф. Теперь дальше. Вы получаете вот эту кастрюлю. Кастрюлю, к примеру, вы можете использовать, к примеру, я сейчас расскажу, для приготовления супа, для приготовления, к примеру, также гарнира, картошка тушеная, или приготовить солянку, как я сейчас это приготовил. Нет, я в шоке. Подожди про солянку. Я сейчас посчитала. Ты мне раньше не сказал, что у нас будет такой набор посуды, 10 предметов за 3499 рублей. Я один казан приобрела за 2300 рублей, а здесь я посчитала 3499 рублей. Я разделила на 10 предметов. Получилась цена. Внимание, вы слышите? 349 рублей за один предмет.
за один предмет 349 рублей. Вот это все вы получаете, Олеженька, да, за 3499 рублей. Совершенно Но, верно. Подожди, ты знаешь, этот набор будет уже завтра стоить больше 5000 рублей. Совершенно верно. Но вот так. Это очень правильно. Значит так, у всех нашего набора съемные ручки. Угу. Помимо того, что вы их никогда не обожжете, вы можете каждую посуду, каждый элемент отправлять в духовой шкаф. Вот это очень здорово. Это... Я для тебя сделал подарок. Спасибо, пирог. Олег. Ты знаешь, это очень здорово. Я когда что-то готовлю, я вообще люблю блюдо с сыром. И ты знаешь, хочется иногда посыпать сыром и запечь. Для этого нужно перекладывать другую посуду, чтобы ручки не поджигались, и сыром посыпать. Здесь легче гораздо. Просто сняли ручки, правильно? Одним движением. И поставили в духовку. Совершенно верно. В качестве примера я вам доказываю. Я использую сковороду сотельник. Внимание, с бортом, внимание, 7,5 сантиметров. Здесь можно прекрасно тушить. Но я решил по-другому поступить. Так. Я приготовил тебе пирог. Смотрите, там стоит эта сковорода-сотейник. А обычную сковородку-сотейник вы же не можете поставить. Смотрите, я беру, 200 градусов включена. Идем. Боже мой, Олег. Я приготовил пирог и снял ручку. А значит, Олег, с легкостью мы можем прямо даже так подавать, посыпав, к примеру, только прекрасной пудрой. Смотрите. Боже, виртуозный пирог. Готовьте вкусные каждодневные блюда, в том числе и праздничные блюда, в виртуозном наборе посуды. 10 предметов, 3499 рублей. Скидка сегодняшнего дня 1800 рублей. Съемные ручки. Кстати, съемные ручки – это спасение. Вспомните, итак, Олег, может быть, у тебя тоже такое было, когда газовая плита вот на даче. У меня, у мамы, если посмотреть каждую кастрюльку и каждую сковородку, мы видим, что у нее все подплавлены ручки. Совершенно верно. Потому что газ – это же огонь прямой. Газ – это огонь. Здесь это не произойдет. Внимание! Качественная посуда, вся с антипригарным покрытием. По секрету скажу, что это наше отечественное производство. Угу. А значит, вы знаете, как относятся наши к нашей посуде. Но здесь все комплектующие, внимание, идут из Италии. То есть это итальянское... То есть это итальянское качество? Итальянско-российское производство, класс, можно смело сказать. Вы получаете 10 предметов, начиная от кастрюли, внимание, 3,5 литра, вы получаете вот такой прекрасный казан. Напоминаю, что у всей нашей посуды съемные ручки. Еще раз напоминаю, 10 предметов. Вот, вы экономите, конечно же, пространство, легко можно складывать друг в друга. Очень удобно хранить на вашей кухне. Слушай, а правда, молодец. Вот многие телезрительницы подумают, так, 10 предметов, где хранить все это? А вот так Олег Сотников с легкостью складывает матрешечку из нашего виртуозного набора посуды. Действительно, посмотрите, как он виртуозно помещается. Одно в другое. Хорошая скидка. Виртуозная готовка вам обеспечена. Съемные ручки не забывайте. Слушай, Олег, смотри, да, я вот тоже уже тут начала готовить. Так. Меня интересует, почему ничего не пригорает? А потому что рассказываю с удовольствием. Здесь используется, конечно же, наше отечественное производство полностью. Вся посуда наша отечество, но комплектующие все итальянского, конечно же, итальянские комплектующие. Это курица по-аджарски. Угу. После этого я ее выкладываю, конечно же, на тарелку и поливаю соусом, конечно же, специальным соусом, который я приготовил. А соус делается как для чихагбили. Налетайте, дорогие наши телезрители, заходите к нам на вкусный эфир. Мы вам обещаем вкусную еду по вкусным ценам за наборы, в которых мы приготовили всю эту вкусняшку. Смотрите, 3499 рублей за 100% отменный результат. Ничего пригорать не будет. Это раз. Во-вторых, съемные ручки. Это очень удобно. А сейчас я уже глотаю слюни, потому что я так хочу есть. Можно я хоть чуть-чуть? Итак, посмотрите, как я приготовил. Это настоящие кусочки курицы по-аджарски. 10 элементов вы получаете. В комплекте все самое необходимое. И кастрюля, и сковорода-сотейник, и у всей нашей прекрасной посуды специально съемные ручки. Олег, у меня праздник живота теперь начался. Друзья, это здорово. Заказывайте набор посуды «Виртуоз». Еще раз, Олег, что мы получаем за 3499 рублей? А я пока прожую. Итак, мы получаем сковорода, ковш, сотейник, казан и кастрюля –